Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня у нас жесткий тест Финкин КВД. Сначала проверим на излом на айфоне 5S. Также потом по рогу лося. Начнем. Как вы видите, пробил. С кончиком ничего не случилось. Сейчас порежущие кромки. Можете заметить, рог он порубил. Сейчас проверим. Смотрите, на режущей кромке никаких сколов, зазубрин, ничего нет. Идеально ровный нож. Так, на бумажке проверим. Режет идеально. Для заказа пишите в директ WhatsApp, Fiber. Всем отвечу, всем удачи и всем пока.